Водителя с долгами почти 77 миллионов тенге выявили в Шымкенте. Он остался без автомобиля, который поместили на штрафстоянку. Сотрудники в Шымкенте через программу «Кургау», сотрудники Центра оперативного управления городского департамента полиции получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами. За владельцем Hyundai числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 77 миллионов тенге. Для задержания транспорта, двигавшегося по улице Туркестанская, выехали патрульные полицейские. Водителя предупредили о причитающихся платежах, а его автомобиль водворили на штрафстоянку. Приложение «Кургау», направленное на обеспечение безопасности дорожного движения, выявляет автомашины с подложными номерами, непогашенными задолженностями и другими злостными нарушениями. Комитет национальной безопасности при содействии прокуратуры Республики Казахстан задержал 3 граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности. Задержания прошли 2 и 3 мая в Астане и Павлодаре. Задержанные подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности, запрещенной на территории республики, религиозной экстремистской организации. В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение уголовных и экстремистских преступлений. Проводится досудебное расследование по статьям 256 «Пропаганда терроризма» или «Публичные призывы к совершению акта терроризма» и 405 «Организация участия в деятельности запрещенного общественного или религиозного объединения УКРК». Ернур Бубиев, Диана Блязизнова, новости.